Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня еще одна нота, инвестиционная идея в долларах. Очень-очень интересная, на мой взгляд. Нота дает до 17% годовых в валюте. Потрясающе. Итак, отзывная нота на акции компаний текстильной индустрии. Купон до 17% годовых в долларах США, условная защита от снижения цены базовых активов, ежеквартальное наблюдение, базовый актив на основе рыночной экспертизы. 3 года точно так же. 10 тысяч долларов тоже для квалифицированных инвесторов. Under Armour, Nike, Adidas, Inditex. Выплаты купонов ежеквартально, 16-17% годовых, купон с эффектом памяти. Периодичность ежеквартально, защитный барьер 75%, купонный барьер 75%, барьер отзыва 100%, падает на 2% в квартал. Риск такие же, как у всех других нот. Теперь еще один вариант той же самой ноты. Та же самая нота, но вариант номер 2. Здесь 10-11% годовых, но эта нота имеет защитный барьер Garrett Put. Это снижает, снижает потери инвестора в случае падения ниже защитного барьера Garrett Put. Об этом я расскажу отдельно. Отдельное видео сниму, что такое Garrett Put. Вот, сейчас не буду на этом останавливаться. Итак, переходим к базовым активам. Базовые активы Under Armour. Текущая цена 22,16 доллара, рыночная капитализация 9 миллиардов долларов, почти с половиной. Under Armour продает спортивную одежду, обувь и снаряжение. Бренд получил свое название при создании одежды из синтетической микрофибры, предназначенной для отвода пота с кожи и регулирования тела. Является главным оптовым продавцом для розничной торговли спортивными товарами, но при этом также владеет 320 фирменными магазинами по всему миру. Компания конкурирует с признанными ведущими игроками Nike и Adidas. Сейчас компания Under Armour расширяет свою сеть за рубежом, а также расширяет свою деятельность в новых категориях, таких как обувь и женская одежда. Поддержка бренда подкрепляется уникальными продуктами и технологиями, выходящими из инвестиций в инновации и связь с потребителем. Например, Under Armour создала приложение Connected Fitness, в котором зарегистрировано более 250 миллионов пользователей. И такие товары, как обувь Connected, которая продолжает привлекать новых клиентов при высоких ценах. Nike. Текущая цена 89,2 доллара за акцию. Рыночная капитализация 140 миллиардов. Ну, это крупнейшая компания, даже останавливаться не буду. Вы все знаете. Американская компания, мировой лидер по производству спортивной одежды и обуви. Следующая компания – Adidas. То же самое, только европейская компания. Ну, вы тоже все знаете. Второй по величине товарооборота в мире – поставщик спортивной обуви, одежды и инвентаря. Второй по величине в мире поставщик. Inditex. Inditex тоже текущая цена в евро, то есть это европейская компания. Рыночная капитализация 98 миллиардов долларов. Холдинг Inditex разрабатывает, производит и продает одежду через сеть розничных магазинов в Европе, Америке, Азии и Африке. Inditex ведет бизнес в глобальном масштабе. 7475 магазинов в 75 странах мира. Компания владеет 8 основными брендами. Zara, Oysho, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius, Zara Home и Uterq. Амансио Ортега, один из самых богатых людей в мире, основал Zara в 1975 году, а затем создал Inditex как холдинговую компанию. Zara является основным брендом Inditex и приносит около 65%
выручки компании. Ну, все знают, что такое Zara. Преимущество бизнеса Inditex поддерживается благодаря большим масштабам производства, быстрой цепочке поставок и системе обратной связи в дизайне с сочетанием с высокой узнаваемостью бренда, популярностью и популярностью магазинов. Соответственно, расчеты проводились при стоимости базовых активов вот таких. Еще раз, риски какие? Значит, нота по первому варианту дает 17% годовых, но риск – это поставка 16-17% годовых, но риск – это поставка бумаг самой худшей, сказать, ну, которые больше всего упали по первоначальной цене. Вот. А значит, второй вариант, там, где 10% годовых, там есть guaranteed put, то есть там вы потеряете намного ниже. Об этом я расскажу в отдельном видео, что такое нота guaranteed put. Ну, вот такие две ноты, мне очень это как бы нравится. Ну, мне нравится всегда, когда большие проценты, там 16-17% в годовых валюте, это очень-очень много. Вы знаете, что банки дают там, ну, 2-3, не больше. Вот, поэтому прекрасная возможность для инвестирования. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Юрьев.